Відкрита трибуна. Чи легко знайти і купити наркотики у Кривому Розі? Да, дуже легко, я вважаю, їх знайти в Кривому Розі. Тому що, ну, різні є програми. Вот. Це город Кривий Рог, в Телеграмі дуже легко знайти. З цим взагалі, ну, в цьому місті немає ніяких проблем. Ну, не знаю, але у новинах кругом кажуть, що там купують, там купують, там купують, кругом, ну, поліція й бореться. Ну, як я розвивався, через сеть аптек, думаю, що можна попитатися купити. Так, з рук, вряд ли. Ну, как бы аптеки такие всегда, они имели доступ к препаратам, которые так можно где-то достать, каких-то дилеров такого плана. Мне кажется, абсолютно легко, так как ихняя реклама на каждом заборе, в каждом объявлении рекламы в соцсетях. Мне кажется, сейчас с этим просто нет уже никаких проблем, а милиция с этим просто ничего не делает, покрывая их. Очень легко, доступно, но надо прийти подумать, надо этим заниматься или не надо. А надо вводить закон легализации легких наркотиков, типа марихуаны. Хорошие, нормальные люди хотят покурить. Да, были знакомые, которые покупали и достаточно легко. Как бы сказать... Закладки, они, в принципе, даже видно, то, что их оставляют. Люди ищут по всяким лавочкам. Полиция теперь начала искать их. Ну, то есть, конкретно я вижу активность в этом. То, что сейчас им чуть-чуть сложнее это все продавать. Відкрита трибуна.